Возвращаемся к теме празднования Дня космонавтики. Только что наша съемочная группа подвезла сюжет с торжества на набережной космонавтов. Там прошел митинг с участием летчиков-космонавтов, депутатов и членов правительства, рассказывает наш корреспондент Анастасия Синичкина. По традиции, в день космонавтики на набережной Саратова к памятнику Гагарина возлагают цветы. На празднование 51-й годовщины собрались сотни человек. Сегодня здесь особенная атмосфера. 108 минут на орбите. Более полувека. Сегодня наши космонавты работают в космосе месяцы, годы. Но те 108 минут 51 год назад, конечно же, потрясли весь мир. Сегодня у нас особый праздник. На исторической карте космонавтики Саратовская область – место особое. И это не только потому, что у нас здесь Юрий Гагарин, у нас здесь Герман Титов. Это потому, что наши жители, те, кто работают на заводах, те, кто производят какие-то идеи, они, конечно же, вносят достойный вклад в развитие отечественной космонавтики. В Саратове, как обычно, этот день отмечают особенно. Гагарин учился, жил и приземлился на саратовской земле. На митинг прибыли почетные гости, знаменитые саратовские космонавты. Среди них Юрий Шаргин, герой Российской Федерации. А в 2004 году Юрию Шаргину было присвоено звание «Почетный гражданин Энгельского района». Очень приятно, что вот столько уже лет 12 апреля собирает такое большое количество людей. Это действительно всенародный праздник, это любимый праздник, особенно здесь, на нашей саратовской земле. Я хочу пожелать, тут много молодежи, чтобы путь в космос никогда не останавливался. Ни один день космонавтики не обходится без юных гагаринцев. Сегодня они с гордостью представляют колледж имени Юрия Гагарина. Мы должны этим гордиться, потому что это именно наш. Юрий Алексеевич. Просить за продолжение, чтобы стать таким же великим человеком, как и Гагарин. В прошлом году был юбилейный год, да? В этом году я почему-то даже не рассчитывала, что будет такой большой праздник. Но, тем не менее, вы знаете, очень трогательно. Вот поет Верин. Да, без России, без всего того, что существует, прожить нельзя ни одного дня. И вот это... То, что случилось у нас здесь, в Саратове, на нашей земле, это и честь, и почет, это и для подрастающих поколений такой урок. Я считаю, что это нужно помнить до тех пор, пока ты помнишь, ты живешь. Анастасия Синичкина, Алексей Новиков, Павел Криклевец, Вести, Саратов.